В Алматы доставили долгожданную партию российского препарата от коронавируса «Спутник Ви» для массовой вакцинации. Это десятки тысяч доз, которые хранят в специально оборудованных холодильных камерах в одной из городских больниц. Когда и где начнут широкомасштабную иммунизацию населения, выяснял Диас Махамбетов. До начала массовой вакцинации алматинцев остается чуть меньше суток. Препарат «Спутник Ви», который сначала из России доставили на Карагандинский фармацевтический комплекс, а затем в Алматы, уже начали развозить по государственным и частным медицинским организациям. Всего у нас запланировано 55 точек, где будет проводиться вакцинация. Также в этих точках дополнительно будут расширяться прививочные бригады. И поликлиники приступят к вакцинации уже с завтрашнего дня. Поэтапно пункты для вакцинации откроют в крупных торгово-развлекательных центрах и учебных заведениях. Это делается для того, чтобы избежать массовых очередей, а это сейчас крайне опасно. В городе продолжает расти число зараженных коронавирусом. Остановить распространение инфекции может только вакцинация, говорят авторитетные эксперты. Чем больше людей провакцинируется, тем быстрее прервется вот цепочка вот этой вот передачи коронавирусной инфекции, и тем быстрее мы сформируем вот так называемый коллективный иммунитет против COVID-19. Поэтому я всех призываю все-таки провакцинироваться, когда представится такая возможность. Большую помощь в вопросах организации пунктов массовой вакцинации оказывают известные предприниматели. Крупный бизнесмен и общественный деятель Арманжан Байтасов в числе первых, кто решился привиться. Я уверен, что наши граждане проявят зрелость и не будут бояться вакцинироваться, потому что это один из самых эффективных путей для борьбы с коронавирусом. Вчера мы только на деловом совете обсуждали число вакцин. Это будет 100 тысяч доз в короткое время. Планируется увеличить и до миллиона. То есть мы можем покрыть практически все население города Алматы. Ранее в мегаполисе были привиты препаратом от ковида медработники, учителя и полицейские. Всего около 3000 человек. Диас Махамбетов, Арсен Сандыбаев, Елкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы.